уличные гуляния на Руси, народный вокал, частушка и инструментальное творчество. Это основные категории, в которых боролись за лидерство конкурсанты со всего Одинцовского округа. Яркие выступления коллективов ежегодно покоряют сцену культурно-досугового центра «Молодежный». Третий день. Сегодня у нас идет фестиваль «Ярмарка народных талантов». И только 150 человек в прикладном творчестве и искусстве. Посмотрите, сколько поделок, сколько замечательных творческих работ. Оценивала номера конкурсное жюри, в составе которого были и активисты Одинцовского отделения «Единой России». Приехал, конечно, поддержать и наградить, и подарки вручить лучшим. Поэтому, ну, поддержка таких мероприятий очень важна. На фестивале нет возрастных ограничений, поэтому каждый смог продемонстрировать свои творческие способности. А зрители в очередной раз насладились насыщенной программой. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».